Так, ребят, всем привет! Небольшое видео про карьер, как можно добавить сюда культуры, которые можно здесь, в принципе, добывать. Это гравий, песок, там, щебень, глину, которые есть на данной карте. Я сейчас покажу, как это можно сделать, с помощью какого мода. Но для этого нам нужно сначала купить участок, потому что сейчас, смотрите, название мода вы видите на экране. Также я оставлю ссылочку на него. Активируется он на F11. Вот он, вот это так выглядит. Тут много вкладок для много чего. Тут погода, деньги добавлять и так далее. В принципе, по такому моду у меня есть видео по FS19. Аналогичный. Нам нужна вот эта вкладка. Объекты, ресурсы. Вот здесь вот. Добавить кучу. Вот эта вкладочка, но она сейчас вот здесь вот недоступна, потому что территория чужая, нужно ее купить. Поэтому вот он, этот карьер, который мне нужен купить. 43 тысячи он стоит. Покупаю его. На F11, все, вот эта вкладочка, все, вот он доступен. Можно добавить любую культуру, которая прописана на данной карте. От этого как раз тоже многое зависит. Например, железная руда, глина, литиевая руда, цемент, необогащенная руда. В общем, песок, гравий, известняк, бетон, щебень, уголь, угольный порошок, асфальт, камни, известь, корм для свиней. Ну, короче, все. Все, что есть на данной карте. Все это можно добавить. Сейчас покажу, как это сделать. Здесь я буду добывать песок в данном карьере. Песок и глину. Ну вот здесь я хочу добывать песок. Как его добавить? Смотрите. Вот это вот, чуть ниже. Это долина, на которую мы будем делать кучу нашу. Например, я хочу сделать, ну, скажем так, на 30 метров в длину. Здесь мы пишем объем. Миллион. Вот так вот оно добавилось. Такая куча песка. Можно спуститься чуть ниже. И повторяем. Миллиончик ставлю, на галочку нажимаю. Пожалуйста, да? Вот так. Вот так можно добавлять культуру. Любую, абсолютно. Опять же, все зависит от карты. Но для начала нужно купить вам участок. Я решил записать это видео, потому что вы все равно будете спрашивать, как ты добавил. Вот поэтому я его записываю, как можно добавить. Можно использовать другой мод для добычи. Это мод TerraFarm. Вот. Либо вот таким образом. Добавляете культуру в карьер. Карьер пустой идет изначально. С помощью мода вы можете сюда добавить то, что вы хотите здесь добывать, и потом уже использовать либо трактор, либо экскаватор, либо погрузчик сразу, и насыпать в технику и вывозить. Как-то так. Что ж, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.